арсенале. Тут рядом. За мной. Браво! Внимание! Альфа на северной стороне ангара. Какой статус? Идем к вам, главный. Встречаемся, где приказывали. Принято. Отбой. Это наш арсенал. Берите все, что нужно. Спасибо, гвардеец. Дробовики и пулеметы. Самое то. Капитан, шоковые гранаты отлично идут против ботов. Только не подходите с ними ко мне. Еще есть терминал улучшения. Дробовик и пулемет. Берем оба, Рейс. Готов. Выдвигаемся. Открывай, боец. Это контратака на базу. Идем туда. Устроим им. Браво! Альфа уже идет. Держите! Мы тут союзников нашли. Вижу право. Друг Касима, доложите обстановку. Мы под плотным огнем. Мы позади вас. Вижу шакалы, как раз для нас. Открывай-ка, боец. Есть, лейтенант. Разрешение на вылет есть? Так точно. Готовьте нас к вылету. Какая у вас задача? Проникнем на флагман СДФ и разберемся с ним. Наземный этап операции окончен, сержант. Скар, пора вылетать. Время показать, на что мы способны. Смелый план, капитан. Ребята, держитесь. Мы вас заберем. Давайте быстро в этот лифт. Есть. А у меня какая задача? Пойдешь с нами, Итан. Есть, сэр. Тамар, ты Солтер. Итан, ты со мной. Это не учение, капитан. Зачем бот? Возьми бойца. Я уже выбрал напарника. Благодарю за доверие, сэр. Нам пора на взлет.
Сопла в порядке, двигатели в порядке. Береговая охрана долго не продержится. Игру необходима воздушная поддержка. Не все сразу, Барби. Защитим базу и поможем Тигру. Принято. Готовимся к вылету. В воздухе. Надо здесь все зачистить. Он уходит. Всем Скар, готовимся к выходу на орбиту. Есть, набираем высоту. Рейс, мы на месте, ждем тебя. Отлично, десант. Готовьте транспорт, встретимся на возмездии. Выполняем, старшина. Рейдер, у Тигра поврежден левый двигатель. Срочно нужна поддержка. Это Рейдер главный, идем на абордаж корабля противника. Ждите. Каков план вторжения, капитан? Выходим у носа по левому борту и летим к мостику. Проникнув на борт, глушим мостик и кормовые оружейные системы. Понял, потом выходим через грузовой отсек. Так точно. Как закончим, Тигр пойдет в атаку. Видим главную цель на 12 сверху. Внимание! Тигр, у нас визуальный контакт. Подтверждаю контакт. Прикрываю. Следуй за мной, Рейдер. Так точно, Чума. Вижу! Шакал подбит! Подходим к точке! Внимание! Три, два,
Бейте эти шустрые! Тигр, мы у мостика. Готовимся к прорыву. В атаку, марш! Штаб-сержант, прикрывай выход. Итан, отключи основные орудия и запусти систему жизнеобеспечения. Сол, следить за окнами. Я найду командирский пропуск. Рейс, берем пропуск и идем. Тигр, главные орудия отключены. Идем к вспомогательным. Принято. Вниз по шахте лифта. Марш! Кормовой пост уже близко. Огонь не открывать. Они не должны нас заметить. Капитан, здесь нужен командирский пропуск. Подключаюсь, капитан. Вооружение отключено. Идем. Сэр, я нашел еще что-то. Похоже, вражеские корабли на позиции. Вытащить можешь? Уже скачался. Отлично. Идем. Тигр главный. Вооружение отключено. Идем на выход. Штаб-сержант, выводи. Внимание! Арес готовится к прыжку за пределы зоны боевых действий. Капитан, уводите группу с корабля. Сколько у нас времени? Максимум 3 минуты. Тигр главный, огонь на усмотрение. Боевая тревога, боевая тревога. Вперед!
вперед! Надо уходить! Диспетчерская впереди! Рассыпаться и зачистить диспетчерскую! Дверь обнаружена! Спасибо, капитан. Капитан Рейс, есть сообщение от адмирала. Принято, слушаю. Есть, сэр. Соединяю. Капитан Рейс, Стратком расшифровал сообщение от адмирала Котча, перехваченное за 6 часов до нападения. Вас понял, адмирал. Продолжайте. Сегодня фронт начнет великий поход. Здесь и сейчас мы положим конец власти и влиянию ненавистной земли. Остановится, пока не захватят наш мир. Это, возможно, наш последний рубеж обороны. Ясно, сэр. Сообщаю о ходе ремонта, сэр. Ангарная палуба готова. Рад слышать. Я подготовлю разбор операции и пришлю. Итан, иди с сержантом. Помоги с разбором операции. Есть, сэр. Сам справлюсь, капитан. Не сомневаюсь. Итан, ты знаешь, что делать? Так точно, сэр. Придется этим двоим поработать вместе. Уже предвкушаю. Ставлю на Амара. А я на Итана. Вы проникли на вражеский корабль? Не скажу ни да, ни нет, босс. Будем считать, что это да. Принимаю это за еще когда. Сегодня прямо исторический день. Поднимемся наверх, Рейс. Посмотрим, что там у нас. Возможных исходов тоже. Каких два. Же? Ну, мы сдержим их благодаря командным тактическим операциям. Или СДФ устроит нам блокаду, и мы не вернемся домой. Мы вернемся домой, Солт. Я знаю. Капитан, лейтенант, передают новости о бою в лунном порту. Если интересно, присоединяйтесь. Отсутствие вестей доброе. Когда он взорвался? По местам! Начинаем! Это будет что-то приятное. Надеюсь, СДФ это видит. Да к черту! И тихо, того, начинается. Солдаты отбили порт у фронта обороны колонии. Лунный портовый комплекс, главный торговый центр и пассажирский терминал для жителей Земли. Объединенная операция сил береговой охраны порта и групп специального назначения, в том числе элиты военно-космического флота, СКАР и десантников ЮНСА, завершилась вступлением в бой СДФ во всех фронтам. Специально для канала вооруженных сил ЮНСА, следует посадить. Дели. Вперед, возмездие! Вперед, тигр!
День обещает быть долгим, Чума. Да, 6 туда, 12 обратно. Вряд ли это закончится сегодня, Рейдер. Капитан у руля. Рубка левее. Курс на 2.70. Есть, сэр. Что там с новой информацией? Двигатели на половинную. Мак, покажешь нам? Как только капитан велит. Капитан, инженеры и навигаторы изучили захваченные Итаном данные. Это золотая жила, сэр. Что у нас здесь? Это возмездие и тигр. Остальные СДФ. Это вражеские суда. Каждый корабль СДФ отслеживает каждый из прочих кораблей флота. А теперь мы знаем координаты некоторых из них. Капитан, на радаре появились новые цели. Замечено 4 корабля противника. Какой из них атакуем? Поступила информация о новых целях. Надо выбрать одну из них, капитан. На Элладе в атмосфере Венеры проходят ремонтные работы. Согласно данным, на борту находится химическое оружие. Скары и десантники проникнут туда. Мы отыщем химическое оборудование и уничтожим крейсер. Отлично. Мы используем любой шанс. Понимаю. Я была на вашем месте, капитан. Ты была капитаном? А почему сложила полномочия? Я совершила смертельный грех для капитана. Привязалась к своим людям. Мы все привязываемся. Посылать людей в бой вообще не для всех. Теперь в моих руках машины, а сами мы ваших, капитан. Вы готовы к высадке, сэр? Если уж лезете в осиное гнездо, берите ручной пулемет. Самое то в трудной ситуации. Отличная штука для огня на подавление. Самое то в трудной ситуации. Для новичков открыли стрельбище. Можете опробовать там любое оружие. Теперь вы к бою готовы. Порвите их, сэр. Приготовиться ко входу в атмосферу. Персоналу заступить на наряды вне очереди. Хороший охот. Thank you.
Шквалистый ветер, 250 эхо. Скар 2, держитесь курса. Есть, набираю. Повреждение. Эллада, СДФ прямо по курсу. Есть. Итан, цель в зоне видимости. Подготовка к поиску и уничтожению химического оружия. Тут шустряки. Защищают Эллад. Надо разобраться с ними до посадки. Ангар зачищен. Прекрасно, сэр. Ближайшая точка доступа к СЖО в лазарете. Отряд, возьмем под контроль СЖО и двинемся к арсеналу. Химическое оружие на борту, снимите затылок. Есть, мэр. У нас движение. Рассредоточиться. И шаг вперед, пока не закончим. Хожу в их сеть. Ты подключен. Управление передано на ваш костюм, сэр. Теперь вы управляете давлением и гравитацией. СДФ на подходе!
Мы на месте! Приготовиться! Осколочная! Все чисто! Разведка сообщает, что они закладывают химикаты в боеголовки. Я возьму образец из арсенала, и мы уничтожим остатки вместе с кораблем. Капитан, силы противника стягиваются к арсеналу. Принято. Всем занять оборону. Я взломаю дверь. Начинай взлом, Рейс. Есть соединение. Итан, сколько их? Пара дюжин, у них также есть C6. Я могу заблокировать двери, но надолго их это не остановит. Вот и они, приготовятся. Огонь! У меня. Закладывайте заряды. Давайте убедимся, что этой дрянью больше никто не воспользуется. Заряды заложены. Идем. Возмездие. Мы идем на выход. Эллада теряет высоту. Нужно спешить. Ускоренным маршем до ангарных отсеков. Come on.
рации! Подрывай заряды! Сэр, заряды можно подорвать из вашей кабины. По вашей команде. Скар покинули цель! Подрываю заряды! Это должно их отвлечь. Эллада уничтожена. Минус одно судно. Построиться, мы возвращаемся. Рейдер главному. Миссия завершена. Возвращаемся на базу. Так точно, капитан. Видим вас на радаре. Удачного полета. Капитан, лейтенант, передают новости из Женевы. Я пас. Нахрен. Капитану нужно видеть. Тогда давай обойдем его по-быстрому и снова в бой. Капитан на месте. Могла и не говорить. Мне нравится. Капитан у руля. Ворон один сел? Уже садится. Место. Адмирал Рейнс обозначил основную цель в районе Сатурнуса. Команда расшифровала данные флота СДР. Доступны новые воздушные цели. Атаки шакалов – это задания, связанные с боем в космосе. Фронт добывает запчасти со свалки на орбите Плутона. У них там один эсминец и небольшая эскадрилья шустряков. Влетаем немедленно, наносим удар и берем трофеи. Надо собрать как можно больше металлолома. Все затевается. Нечего позволять СДФ удерживать наши ресурсы. Да уж. Сомневаюсь, что они поделятся ими добровольно. Это факт. Капитан, шустряки СДФ уже на периметре. Ждите контакта сразу по прибытии. Принято. Что известно о свалке? Куча обломков. Мало места для воздушных маневров. Звучит заманчиво. Скар, слишком призывает к осторожности при прохождении этого. 1-1. Принято. Эсминец СДФ на 12. Наблюдаю визуально. Возмездие, стоп. Дальше работает скар. Есть, сэр. Доброй охоты. Ну что, Рейдер, погнали. Сначала шустряки. Как проредим стадо, ударим по эсминцу. Принято. 1-2. Оружие к бою. Один есть. Сбивай шустряки, Рейдер. Потери. Продолжайте атаку. С удовольствием. Надо сократить число шустряков. Он уходит. Нет.
Так их, так их. Эсминец СДФ подбит. Отлично, бойцы. Сэр, обратите внимание, в секторе еще несколько истребителей. Понял. Чума, прикрой. Не сомневайся. Что на радаре? Почти чисто. Будьте внимательны. В районе один ас на истребители. Займите им, рейдер. Атакую. Он уходит. Вспышка. Ас готов. Отлично, рейдер. Хорошо стреляете, сэр. Экран чистый. Все суда СДФ уничтожены. Хорошо постреляли, Скар. Сообщи в стратком, пусть высылают трофейщиков. Есть, Рейс. ЮНСА пригодится каждая жестянка. Скар, идем на базу. Рейдер, возвращаемся по твоей команде. Возмездие, мы возвращаемся. Понял. Работайте с вышкой. Ждите. Закрылки. Шасси выпущено. Готов. Отлично поработал, Рейс. Ты тоже, Солт.